Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 22 марта 2019 года. И вот о чем я хотел сегодня с вами поговорить. Вчера вечером я был очевидцем вот такого действия. Это на Театральной площади, район Театральной площади. Вот вы видите автомобиль. Я, честно говоря, был возмущен увиденным. Мы видим, власти установили там столбики, чтобы машины не ездили. Машина проехала по тротуару, по пешеходной части. Вот сейчас опять вы видите, как она заезжает. Возмущений нету предела, моих возмущений. Видите, там дети, люди идут. Ну, поначалу вроде бы как и да. Но что самое печальное, я потом вечером просматривал материалы, отснятые за день, осмысливал, переосмысливал происходящее, мониторил интернет и натолкнулся. Я задал вопрос, точнее, себе, почему этот человек поступил вот так. И ответил себе очень просто. Да ему надо было технологически заехать к себе, к магазину, что-то выгрузить. Нормальное явление. С другой стороны, мы с вами столкнулись с очень интересным парадоксом. Осенью прошлого года власть города, новоявленная власть, скрывать не будем, приняла решение и потребовала от всех кафешек убрать летние площадки на центральной улице. Прошу заметить, не от всех. Есть факты, площадок, которые стоят на центральной улице, и никто их не заставляет убраться. Но это отдельный разговор. И вот эти площадки были убраны, а на сегодняшний момент выйти в город в теплое время и выпить чашку чая, где-то посидеть, нету реально возможности ни у кого. В частности, это отчетливо было видно, когда приезжал в Полтаву гарант Конституции, когда было много полтавчан, много приезжих, которые вышли в центральную часть города, но присесть где-то, выпить чашку чая или кофе мы не имели возможности. То есть мы столкнулись вот с чем. Есть люди, которые хотят выпить кофе. Есть люди, предприниматели, которые готовы предоставить эту возможность. И есть власть, которая на эти два желания людей, желающих выпить кофе, и предпринимателей, желающих предоставить эту услугу и имеющих возможность, власть просто наплевала. Они просто решили, не надо эти площадки. К чему это приведет, еще неизвестно. Так вот, я возвращаюсь к вот этому автомобилю, к вот этому предпринимателю. У него не было выбора. Его власть просто не услышала. Приняли решение, поставим столбики. А как подъезжать, неинтересно. Это не единственный автомобиль, который заезжает. Я знаю, что и автомобиль инкассаторов точно так же мучается. Тех, кто меняет дорожки. Ну, короче, целый ряд автомобилей. И вот я столкнулся с очень интересной фразой Эдуарда Волкова, который написал: але в будь-якому випадку нам важлива думка та пропозиції кожного підприємця. То есть йому важна мисль кожного підприємця, но реально он важно и что? Ну вот человек столкнулся с такой проблемой. Кстати, по поводу кафешек я прошелся и спросил многих работников кафе, и все признают, что у них падение реализации от 30 до 50% на сегодняшний момент. Не обязательно это связано с летними майданчиками, но летние майданчики дают им возможность немножко хоть стабилизировать и получить не хоть немножко оборота и прибыли. Да, кстати, вы не удивляйтесь, если везде разрешат по-новому поставить летние майданчики, но кофе при этом подорожает. Почему? Потому что уборка этих летних площадок и установка по-новому, это стоит денег. Где должны браться деньги? Конечно же, их заплатим мы. Так вот, я вернусь к Эдуарду Волкову по поводу рады предприемцев, которая в горсовете сидит.
це законний консультативно-дорадчий орган виконкому, який об'єктивно, прошу заметити, об'єктивно представляє інтереси підприємців міста, із якими ми, як депутати, профільні заступники та управління консультуємось з питань, які хвилюють підприємців. Ви консультувалися, ви виясняли, чому така проблема у цього підприємця? Ніхто на предпринимателя на сегодняшний момент не обращает внимания. На него смотрят как на дойную корову. Власть смотрит как на дойную корову. Будут ли, выживут ли предприниматели? Под большим вопросом. Но разговаривать об алкоголе будем отдельно. Это отдельная тема. Сегодня вот такая вот реальная ситуация. На центральной улице власть на предпринимателей просто плюет. Им не интересны проблемы предпринимателей. Сплошной популизм, к сожалению. Да, вот этот автомобиль видел один из замов нынешнего мэра, как он вчера там проезжал. Всем хорошего настроения.